Всем привет! 18 мая. Я снова в полях, остатки разливов. Сегодня решил выйти днем. Попробовать посмотреть. Здесь отличное мелководье. Вода уже практически ушла. Вот, местами еще, конечно, еще остается прилично воды. Вышел поискать карпа. Конечно же, с рогаточкой. Посмотрим. Похожу днем, поищу. Может быть, что-то найдем. Собираем рогаточку. В принципе, собирать здесь нечего. Рогатка с упором на две резинки. Перчатка обязательно. Катушка. Дротик весит 25 грамм. Сегодня буду использовать круглый. Хочу попробовать именно с круглым походить. Я его нормально еще пока так и не потестировал на крупной рыбе. Остатки разливов. Здесь как остров. Здесь глубина немного присутствует. Здесь выходит на мелководье. Там опять в центре небольшая, как ямка. И вот здесь такая небольшая связь. Так, совсем мелководная часть. Уже в перешейке, там я вчера ходил, там уже ниже колена глубина. И вода сейчас буквально пересохнет. Ну вот этой луже глубина остается где-то по грудь, может по шею. И в ней еще остается довольно-таки много рыбы. И даже есть хороший карп. В прошлом видео я просто стоял в вот этом месте, и карпы ходят туда-сюда. Они переходят из одного водоема в другой. Вот. Так как вода уже ушла, связи нет, и рыба запоминает путь, по которому она заходила. А заходила она вон оттуда, там вокруг острова, через поле, вот, и по вот этому вот пути. И рыба, что интересно, запоминает этот путь и стремится назад выйти. Упирается в тупик и пытается возвращаться назад. То есть, ну, в основном она держится в этой части или вот этой, где мелководье, и за ней глубина. Так как если пойти в самый тупик, ну, я ходил там уже несколько дней, вообще ничего нет. То есть вся рыба вжалась сюда. Так, всего я только увидел. Только не вижу, где он. И не вижу даже, что за рыба. Есть отличное попадание. Что-то небольшое. Я так стрелял просто в ведущий силой. Даже не стоял. Нашел. Да, как. Отлично. Прямое четкое попадание. Этот, конечно, небольшой. Отлично. На покушать. Ротик его пробил на вылет. Да, я не знаю, такой килограмма на полтора, наверное. Отлично. Хороший карп. Видите, я взял переднюю часть, целился, потому что он шел довольно-таки живо. В принципе, попал четко в жабу. Я думал, он сместится, я попаду где-то в середину. Ну, попал четко в центр. Отлично. День удался.